Я сияю в лучах крутости, чтобы бить бревна тупости. Приключения товарища атомного 3D. Атомные издания. Только сейчас на ваших экранах, детишки. Ну что, начнем плавить Лос-Анджелес? Идите сюда, детишки. Голодомор в Голливуде. Эти сволочи заплатят мне за то, что я крут. О, здесь очень высоко. Только мне это легко. Ха. Уважаемый, не подскажете, как пройти в библиотеку? Кто-то там из окна светит лазером своим. Сейчас дядя Атомный придет и с вами разберется. Ну, непослушный тут малыш. Из окна давай-ка. Кыш! Кто-то там еще стреляет. И в окно к нам залетает. О, больно быть тобой, да? Так, таблеточки. Так, а что у нас показывают по экрану? Меня! Это круто, это правильно. Свинополицейские здесь, мои закадычные враги. Ну ничего, они будут скоро мертвы. И куча дурных детей, которые решили служить не тем, кому надо. И летать куда не надо. Оба! Ха-ха! Ракета для очередного летуна. Ты где? Малыш, лети сюда. Будет счастье и для тебя. Давай быстрее сюда. Вот почему, когда летаете на ранцах, пользуйтесь парашютами, засранцы. А-та-та. Мама не разрешала тебе летать. Так, пока здесь все хорошо. Еще один летун. Умри! И оставайся тут. Обаньки. А тебе ракета. С большим приветом. Что нас ждет тут? И еще засранцы. По чуть-чуть. Ну что, не рад, что получил с ноги. Лежи. И больше не шевелись. Нет, свинокоп. Тебя домой уже никто не ждет. Ха, таблеточки немножко съел. И сразу быстро полетел. А что мальчик делал в грязной мусорке с огнем? Никак играл. И все. Так, водичка свежая вот тут. Попью. Потому что могу. О, как стало мне свежо. Иди сюда, свинокоп. Потерял свои мозги. За взятки пропил свои мечты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Взорвись. И веселись. Мальчик, не смотри в окно. Иначе будет нехорошо. Это у нас написано выход. Чего же я туда тогда вхожу? Ну, для начала кого-то там взорву. Не, неправильно. Написано выход, значит, надо выходить. Колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Но колобок ответит: о да, товарищ атомный, съешь меня. Это будет честью для меня. Уже мне хорошо. Так. А что это включает? Непонятно мне. Лежи! И не кричи здесь мне. Вроде свинья мучите, как коровы. Подумайте. Кто вы? Обаньки, лети сюда. Здесь тебя ждет моя нога. Еще поближе. Протекторы. На лице же. Скоро на экранах. Сестриный акт 3. 3 икса. Подростки рады, дофига. Сейчас играет атака отбеленной блондинки байкера. Бимбо. Что? Ведь в Голливуде не умеют придумывать хорошее название. $1 000 000. Это мой. Пусть вернут своей рукой. Да, и атака отбеленной блондинки байкера в кинотеатрах. Странное кино. Ну что ж. Таково оно житие. Получи с ноги. Пусть так исполнятся твои мечты. Будем культурными. Отправим лифт наверх. Еще один свинокоп. Умер весьма легко. Ненавижу выпивку. Так. А кто у нас тут? С ноги получит. По зубу. А меня теперь не показывают. Это большой минус для них. Оба. Аккуратней тут. Здесь люди все еще живут. Так, еще один атомный колобок. А что у нас тут, секретик? И меня здесь ждут. Вот так вот хорошо. Давайте вниз. Весьма легко. Так, что-то мне приспичило. Нужно здесь выбить всех сейчас. Так, первый уже лег. Второй тоже хочет. В лоб. Отлично. Я выгляжу замечательно. Патроны. Кто-то спрятал от меня. Так. Кто в туалете сидит тут? Лежи. И я вот возьму и уйду. Так. Хорошо.
Говоришь, приспичило. Сделал все. Иначе бы был я не я. Да. Детка. Тебе ждет в штанах моих конфетка. Так. Идите сюда, с ноги сейчас всем даду. Ну, а тебя дробью залечу. Вот и все мертвые. Исполнились их детские мечты. Привет, красавица. Поспи немного, тебе это нравится. А я оставлю тебе телефончик. Позвонишь мне? Так. Где еще мои враги? Боятся? Правильно. Старики. Так, кому еще тут дать с ноги? Лети, лети. Ко мне. Хорошо. Он сам пришел к ноге. Он сам этого хотел. И получил. Не смотри в окно. Будет больно все равно. Патронов мало. Ну, иди сюда. Ты что, телепортировался сюда? Ну вот она. И смерть твоя. О! Снова выход. А как же здесь пройти, если с одной стороны выход и с другой стороны выход, а? Отсюда только выходить. И никогда не входить. Так, пошли наверх. А, свинокоп. Умри, любитель горячих жоп. И этот мертв ушел туда, откуда не вернуться никогда. Не кричи, я пристрелю, а ты молчи. О да. Солдатики. Так, вроде все хорошо. О, а здесь тайный проход. В эту дырку сейчас полетит большой и длинный выстрел. Да, детка удовлетворена. Так, иди сюда. Тебя встретит моя нога. О, нет. Случайно я задел трупы всякого врага. Так. Что вас ждет впереди? Смерть и разбитые мечты. Так. Опаньки. Свинокоп, иди сюда. Получи 9 грамм свинца. Аркады? Не люблю аркады. Люблю все, когда по-серьезному. Ну, все заняли правильные позы. Иначе бы получили свои дозы. Шары стали. О! Игра обо мне. Игру обо мне издали, ничего себе.
Не время играть самим с собой. Мне нужно двигаться за мечтой. Так. О, какой я красавец. Согласитесь. Все. Так, карточка есть у меня. Иди сюда. Засранец, да. Мой ствол быстрее и длиннее. Ах вы сволочи. Подловили. Умрите. Мерзкие вы свиньи. Еще одна мертвая свинья. Готова? Для хорошего шашлыка. Умри, мерзенный свин. Еще не все осмотрел я. Вернусь-ка в кинотеатр, да. Так. Кто тут меня ждет? Еще один. Непослушный мой. Я смотрю здесь на себя. Не мешай мне, детвора. Ах, хорош. Красавец. Так. Наверх. И вот сюда мне. Опа. Секретная комната здесь. Не будем смотреть. Детки, сами прилетите сюда и сами посмотрите. А лучше все в реальности, конечно. Так. Кто по мне стрелял? Да! Ты смотри. Еще одна скотина-то. Давай, лети быстрее сюда. Без парашюта больно, да? Говори же, больно. Так. Нужно высоко сюда взлететь, чтобы кое-что здесь посмотреть. Опа, еще одна. Экономим патроны и топливо. Есть. Ну что, детки? Время уже конца. Спешу откланяться вам я. Да. Голодомор в Голливуде закончен. Убито 62 врага. Секрета 8 нашел я. Ну, а теперь немного лишних слов. Кто не хочет, смотрите следующую серию. Моих умов. Значит, Duke Nukem 3D — это первая бродилка, которая мне понравилась. Вообще-то я играл изначально, первая бродилка, которая была на моей памяти, это Wolfenstein 3D. Но он мне не понравился, я даже не прошел какого-то там одного уровня, все однотипное и скучное было. Потом был Doom 2, который мне понравился значительно больше, чем Wolfenstein. И я дошел до четвертого уровня, где нужно было убивать кибермозг. Такой паукообразный с пулеметом. Я его убил, а дальше не мог найти выход. Ходил, бродил. Пиво еще не пил. Но так и не нашел выхода. И поэтому Doom мне тоже не понравился. Если бы там были уровни проще, было бы лучше. А вот Duke Nukem 3D — это первый боевик, который мне понравился. И потом еще, это первая игра моего детства, которая заложила основы моей психики.
Вот, и, конечно, я ее решил перепройти. С новым изданием, с трехмерной графикой, высоким разрешением. Собственно, первый в СНГ, в постсоветском пространстве, кто проходит ее в таком качестве. Конечно, это уже уровень обновления и графики, который соответствует Half-Life. Следующая, это, кстати, бродилка была, которая мне очень понравилась. Half-Life. Вот. Ну, а потом был, конечно, Quake был, это первый сетевой боевик. Он мне понравился меньше, чем Duke. Но я его тоже прошел, причем несколько раз. Ну и очень много играл в него по сети. А когда появился Quake 3, я перешел на Unreal Tournament, который оказался значительно лучше, чем Quake 3. Вот как бы так. Вы можете комментировать, рассказывать друзьям. Дальше я не буду отвлекаться на подобные комментарии. Это для первой серии я сделал, чтобы разъяснить. Потому что, как вы понимаете, я нахожусь в активном действии. Мне оказывают враги противодействие. Поэтому только жесть и только бой. Ну, вы следите за мной.